получить юридическую консультацию, разобраться со счетами за коммунальные услуги или попросить о благоустройстве двора. Четвертую неделю подряд в Химках работает выездная администрация. В этот раз начальники управления и сотрудники профильных служб приехали к жителям микрорайона Подрезково. На целую неделю школа номер 20 стала местом, где помогают решить вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, разрешить спор или просто дать совет. Одним из первых посетителей выездной администрации стала Марина Кривобокова, жительница дома на улице Первой Лесной. Химчанка вместе с соседями пытается урегулировать с бывшей управляющей компанией оплату коммунальных услуг, которые не были оказаны. Представители сферы ЖКХ объяснили женщине, как поступить. Хорошо объяснили. Молодцы. Очень удобно, потому что люди работают. Это я просто сейчас на пенсии, понимаете, я могу в любой момент прийти, и еще и в субботу приду так посмотреть, если что-то не решится у меня эти вопросы. А так, конечно, очень удобно. А вот Светлана Манеркина пришла за советом к представителям управляющей компании по вопросу капитального ремонта крыши в доме. Также химчанка рассказала, что в их доме необходим ремонт балконов и утепление стен. Чтобы можно было отремонтировать, потому что люди жалуются, заливают пятые этажи, все. Проблема у нас. В управляющей компании обращение взяли на контроль. Будут проводить ОСС по поводу включения в программу капремонта, чтобы сроки на 24-26 года передвинуть, и включение в программу «Мой подъезд» на 24-й год. А остальное, то, что было озвучено, это в рамках текущего содержания будем выполнять. Работа выездной администрации в микрорайоне Подрезково продлится до 12 августа в школе номер 20. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.